на февраль месяц решением Совета народных депутатов при утверждении плана работы на первый квартал 2013 года запланирован вопрос о ходе исполнения наказов избирателей, данных депутатам или кандидатам в депутаты во феврале-марте 2011 года перед выборами. Посмотрим, как они, эти наказы, реализуются и выполняются. И, естественно, обо всем расскажем нашим жителям.